Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу свое мнение, почему PUBG сдох. В основном это две глобальные такие проблемы, которые я сейчас вам расскажу. А свое мнение вы можете оставить в комментариях, будет интересно почитать. Для начала расскажу, как PUBG в моем мировоззрении развивался за эти годы, пока он существует. В начале PUBG это было просто нечто залаганное, забаганное, кривущее, неоптимизированное абсолютно, с кучей читеров. Но довольно-таки веселая, интересная игра с новым геймплеем, как для онлайн-игр. Плюс еще катки в ней были насыщены разными событиями, и положительными, и отрицательными. Но так или иначе, во время катки что-то происходило, и это было интересно. Иногда весело, иногда бесило, иногда лагало. Но было. Что-то в катках было. Также еще очень многих привлекло то, что скины можно было продавать, причем за это получать бабки. И многие из нас, кто начинал играть в PUBG с самого начала, отбил цену PUBG и даже ушел в плюс, что не может не радовать, и это привлекало очень большое количество людей, что со временем PUBG было прикрыто, и это самое большое количество людей тю-тю. Это вот один большой такой минус. Почему интерес к игре пропал много у кого. В том числе и у читерастов всяких. Да и у остальных тоже. Сейчас же PUBG это что? Довольно-таки неплохо оптимизированная игра. Скрипя зубами я это скажу, поскольку у меня довольно-таки мощный компьютер. И у меня ничего не лагает. Именно сама игра не лагает. Иногда могут лагать сервера. Или из-за того, что сейчас очень большие нагрузки на провайдеров. Может у них что-то быть, какие-то проблемы. Но в целом лагов никаких нету. Оптимизация вышла на нормальный уровень, достаточный. Но так было не всегда. Иногда выходили патчи, когда и я, и тех, с кем я играл, выходили патчи, где в патчноуте написано там оптимизация и так далее. Заходишь в игру, а лагать стало больше. Вот и вся оптимизация. Всеми правдами, неправдами и костылями, за все эти годы PUBG в принципе как-то более-менее оптимизировался. Но были времена, когда просто люди переставали играть. Причем многие. Из-за того, что все было нормально-нормально, выходит патч, и все, ты не можешь играть, оно лагает. А пока ты не можешь играть, ты играешь во что-то другое. Вот уже первые моменты, когда люди начинали уже уходить куда-то. Сейчас в целом игра оптимизированная, но назад вернуть людей уже будет крайне тяжело. По поводу читеров. Я несколько дней играл. Играл специально от третьего лица, где вроде как читеров больше. Ни одного читера я не нашел. Они по-любому где-то в игре есть. Не бывает онлайн игр без читеров. Но я ни одного не нашел. Что не может не радовать, потому что раньше в катке этих читеров было просто тьма. Многие вещи в игре оптимизировались. И загрузка перед каткой, людей раскидали по разным частям карты, чтобы не лагало. На самолете, когда летишь, не лагает, высаживаешься с парашюта, не лагает, летишь на парашюте, все хорошо, высаживаешься, все хорошо. Но вот после того, как ты высадился на парашюте, дальше, видимо, PUBG Corp не особо хотел что-то с этим делать. Две вещи, которые, на мой взгляд, были не очень, за эти годы так и не исправились. Ситуация, когда ты пробежал 5 домов и у тебя в руках кочерга, дай бог, если ты хотя бы ее нашел, даже пистолета нет, такие ситуации остались. Это неприятно и такого не должно быть. Ну ладно, там один домик без пушки, но 5 домов без оружия пробежать и ничего не залутать, это, конечно, печально. Особенно, если ты высаживаешься в густо населенные места. Следующая вещь, когда два человека высаживаются в один дом и бегут лутать одну пушку. Подбегают к ней, и тут начинается колдовство. Ты тычешь в эту пушку, там мычешь, пычешь, тащишь ее, перетаскиваешь. Она говорит «не, я не хочу». Чел подбегает, клацает F и поднимает ее с пола, пока ты там с ней юлозился. Но она просто не поднимается. Эта хрень как была, так и осталась. Да, это бывает редко, и в целом лучше не бежать за одной пушкой, когда кто-то там за ней уже бежит. Но ты первый к пушке подбежал, а она, сука, не подбирается. Да, ты можешь через F ее попробовать поднять, так вроде как лучше она подбирается. Но какого черта? Чел, который высадился позже, подбегает
и в него эта пушка подбирается. Вот эти две хрени в начале катки, это просто забей. Как это было, сколько пух там развивается лет уже, так это и осталось. Это прям не глобальные проблемы, которые повлияли на уход кучи людей, но это такие мелочи, которые они как были, так и есть. И когда ты возвращаешься в эту игру, ты такой думаешь, блин, да игра какая была, так и осталась. Но чуть оптимизация подросла, если у тебя мощный компьютер. Ну, в принципе, и все. Та же самая стрельба, те же самые пупсики бегают, там стреляются. Оружие, обвесы, гранатки. Ну да, звук гранат поменялся. Когда лежишь, граната меньше тебя коцает. В зависимости от того, какого уровня у тебя бронежилет, граната тоже меньше коцает. Что-то, какие-то вещи в игре стали более продуманы, но в целом игра та же самая. Звуки, оружие, там все по звуку стало намного лучше. Заходишь в игру, у тебя кровь с ушей не идет. Красная зона, не хочешь, чтобы у тебя башка взорвалась. Она там что-то бумкает, ну и пусть бумкает. Видно, что игра становится лучше. Играть приятней. Но некоторые вещи до сих пор остались не очень. Первая вещь, почему много людей ушло, это потому что отняли возможность зарабатывать в ней деньги. Вторая вещь, почему ушло много людей, это то, что в самой катке нечего делать. Она скучная и неинтересная. Да, добавили новые карты, где на протяжении всей катки что-то происходит весело, бодро. На каракине бегаешь, стреляешься, там нету времени, когда ты скучаешь. Но, как я заметил, эта карта быстро надоедает. Все пробуют в нее поиграть, побегали, повеселились, туда-сюда, а почему-то в нее перестают играть, она надоела. Хотя вроде как бодро и весело, но ненадолго. Что касаемо больших карт, таких как Эрангель и Мирамар, в них следующая проблема. Очень большие промежутки времени, ничего не происходит, как бы ты ни старался. Если ты высаживаешься не в очень густонаселенные места, ты вначале высадился, может быть там одного-двух убил, потом целый большой кусок времени ты там полутался, побегал, куда-то поехал, но в целом очень много времени ничего не происходит интересного. Может быть, ты там покатаешься по карте, кого-то найдешь, еще чуть-чуть постреляешься, и опять большой промежуток времени ничего не происходит. Потом ближе к концу еще там разок-два пулькнешься, и только в конце начинается какая-то движуха. Очень много времени во время катки ничего не происходит. Бывает такое, что ты высадился, все вокруг пострелял, поубивал, полутал, поехал в зону, сел на входе в зону, сидишь 5 минут, ни черта не происходит. Где-то там один раз кто-то стрельнул, и все. И думаешь, ехать туда, где стрельнули, или остаться здесь. Приезжаешь туда, где стрельнули, в тебя начинают с 50 сторон со всех дыр стрелять, потому что ты приехал в перекрестный. А если сидишь, ничего не делаешь, сидишь, скучаешь по 5 минут, скукота. Так или иначе, никакой движухи в игре нету, там тупо скучно, и играть неинтересно. В том же самом Warzone там добавили возможность вернуться назад в катку после того, как ты сдох. В PUBG такого нет. Выходило довольно-таки много всяких батл-роялей, и там было много всяких механик. Они далеко не все зашли людям, эти игры, но так или иначе можно было бы какие-то механики с других игр в PUBG тоже подтянуть. PUBG какие-то свои там причандалы в игру понапихивал, там какую-то ракетницу, какие-то бомбы-липучки, новую карту, но в целом, как в катке было скучно, так в катке и осталось скучно. Потому что, когда PUBG только вышел, люди играли менее агрессивно, и к концу катки больше людей были живы, и движуха сама по себе происходила. Тебе не нужно было искать по карте, чем заняться. Люди сами вокруг тебя почковались, и не нужно было искать, с кем постреляться. Оно само как-то происходило. Сейчас же еще первый круг не пошел, уже половина сдохла. Людей на больших картах не хватает вообще. На мой взгляд, тут два решения этой проблемы. Первое, сделать банально просто больше людей, допустим 150, но это повлияет скорее всего на оптимизацию. Если такое нельзя сделать, то нужно сделать так, чтобы люди имели возможность вернуться назад в катку после смерти, чтобы количество людей не так жестко уменьшалось. Потому что сейчас просто тупо скучно там. Ну и третья проблема, которая касается не всех, но так или иначе тоже большое количество людей перестают из-за этого играть, это сервера.
Есть сервера, где людей практически нет вообще. Выбрать сервер ты сам не можешь, и тебе приходится ждать катки очень долго, или ты вообще в них не можешь попасть, просто потому что ты живешь в таком регионе, где нету людей, которые играют в PUBG. И все. Когда я жил в России, я просто не мог поиграть в PUBG соло утром. Там просто нет людей. Нужно выбирать сквады. Сквады мне не нравятся. Так или иначе, играть уже не хочется. После того, как я переехал, меня стало кидать на Европу. Выскочила следующая проблема. Очень большой промежуток времени, буквально целый год, меня кидало на Европу с пингом под сотню и потерей пакетов 30. Как я должен был играть? Понятное дело, я не играл целый год в PUBG. А как я буду в него играть? Я думаю, что ни у одного меня такая проблема была. Когда ты не можешь банально выбрать сервер, тебя кидают туда, где ты не можешь играть. Или туда, где нет людей, или туда, где у тебя лагает. И ты не можешь ничего с этим сделать. Тебе нужно искать друга, который будет приглашать тебя с другого сервера, чтобы вместе с ним поиграть. А может, ты не хочешь играть дуо, ты хочешь соло поиграть. И где вообще в 2020 году этих друзей брать, которые с другого сервера? Так или иначе, разработчики PUBG сами создали проблемы, которые некоторым людям не дают возможность вообще играть. Сейчас вышел патч с новым сезоном, новым батл пассом и какой-то там оптимизацией. Меня по-прежнему кидают на европейские сервера. И о чудо, после того, как целый год меня кидало на серваки с пингом 100 и потери пакетов 30%, сейчас меня куда-то закидывает, где пинг 60 и потерь пакетов нет вообще. Очень редко там бывает, там процентик куда-то вывалится и все. И это произошло только вот сейчас. А что я должен был в этой игре делать целый год до этого? Круто, я теперь могу играть в PUBG. Меня кидает туда, где нормальный пинг и нет потери пакетов. Только вот беда, внутри катки скучно, там нечего делать, мне неинтересно. Даже чтобы этот видосик записать, я мучился, потому что мне было лень играть, чтобы хоть что-то записать. Там банально по 5 минут с катки вырезаешь пустого места, потому что там ну ничего не происходит вообще. Подведем итоги. В игре падает онлайн и в принципе почему игра умирает. Первое. Пропал заработок в игре на скинах. И вместо него не добавили никакие ни турниры, ни что-то там такое. Есть эти сезоны, но не очень долгие и скучные. Ничего не придумали вместо этого. Просто забрали кормушку, взамен ничего не добавили. Второе. Внутри катки тупо скучно. Очень большой промежуток времени, ни черта не происходит, и это никак не решилось за годы разработки игры. И третье, большие проблемы с серверами. Банально нужно сделать, чтобы был хоть какой-то выбор серверов. Чтобы ты мог выбирать хоть какие-то сервера, либо СНГ, либо европейские. Но чтобы ты не мог выбрать сервера, у которых для тебя пинг, там, допустим, выше 150. Как это сделано в Таркове. Ты можешь сам выбрать сервер, на котором хочешь играть, но сильно большой пинг ты не можешь выбрать. Вот в принципе и все. Ну а чем занимались разработчики PUBG все это время? Добавляли новые батл пассы, добавляли какие-то там иногда новые пушечки, какую-то там карту добавили, которая похожа на другую, но без травы, какую-то ракетницу добавили, липучки, бомбы. Хорошо поработали со звуком, на мой взгляд. Игра стала в плане звука намного приятнее, скинчики с машинами, в принципе, я не против, но это все не то, что может заинтересовать тебя в игре, это просто дополнение, это неплохо, это хорошо, но скучно. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.